বংশীভূষিতকরাৎনবনীরদাবাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠা পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনাভা কৃষ্ণাৎ পরম কিমপি তত্ত্বমহম ন জানে কৃষ্ণাৎ পরম কিমপি তত্ত্বমহম ন জানে বংশী বিভূষিতকরাৎ নবনীরদাবাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠা পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনাভা কৃষ্ণাৎ পরম কিমপি তত্ত্বমহম ন জানে কৃষ্ণাৎ পরম কিমপি তত্ত্বমহম ন জানে শিশির ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রপাঠ্য অ্যাকচুয়ালি দ্য টপিক্স অফ কৃষ্ণ ইজ ভেরি পারপ্লেক্সিং Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что тема о Кришне, она очень запутана, она очень сложна, поскольку Кришна – это очень такая великая личность, и обусловленные души, они всегда сомневаются в существовании Кришны, что существует ли Кришна или нет. Но на самом деле, если мы не сможем поверить на 100%, что Кришна, Он есть, что Гуру Вайшнава не есть, что Нама, Дама, да все существует, то тогда наш Баджан не сможет дать должного результата. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, если вы любите Кришну, то это огромная привязанность, огромная любовь, огромное влечение к Кришне. Оно, это очень редко. Это можно найти только внутри Враджа Дамы. Но важное в том, что без Рагануга Бхакти мы не можем поклоняться Кришне. Это главное. Может, у кого-то, то есть без смысла в том, что без настоящей Враджа Бхавы никто не может по-настоящему любить Кришну, поскольку если мы как-то любим Кришну, но нет у нас Враджа Бхавы, то это наша любовь к Кришне, она будет как любовь к Нарайне, а не к Кришне. Шрила Прабхупад сказал, что если вы любите Кришну по-настоящему, то в этом есть такое некое превосходство, некое величие, ваша мораль, ваши обязанности. Что если вы любите Кришну, то тогда ваши моральные принципы, ваши обязанности, все. Оно становится бесполезным. Если вы любите Кришну, то тогда вы не будете придерживаться никаких других принципов. Вы осознаете, что это чувство Кришны, оно главнее всего. Иначе что толку? Снова и снова Шрила Бхактисиддханта Тхакур, Шрила Прабхупад. Бесконечное число времени, то есть, в смысле, то, что мы не можем отдать долг, отплатить должным образом за то, что дан нам Шрила Бхактисиддханта Тхакур, Шрила Прабхупад, мы не можем отплатить им за то великое сокровище, которое они даровали нам, оно не сравнено ни с чем. Оно уникально. Оно, его нельзя найти нигде, ни в какой сампрадае. Вы можете отправиться в любую сампрадаю, но не сможете найти этого.
Кто-то спрашивает меня, что Гаудия Матх, он наивысший. Шрила Прабхупад говорит также. Но вопрос такой, почему так много проблем в Гаудия Матхе происходит? Я говорю, смотрите, в Гаудия Матхе нет проблем. Но мы находим проблемы, но нет, на самом деле эти проблемы не в Гаудия Матхе. На самом деле в Гаудия Матхе нет проблем. Проблемы все в Гаудия обществе. Они зарегистрировали общество, организацию такую Гаудия организацию. В этой организации много разных людей, они находятся и друг с другом, как сказать, спорят. Их все интересы, они различные. А если бы у них была одна цель, то тогда никаких вопросов о спорах, о каких-то сражениях, о недопонимании каком-то не было бы. На самом деле, много раз я говорил уже, что во времена Шичитани Махапрабху не было необходимости организовывать какое-то общество для служения Шичитани Махапрабху. Это автоматически происходило. Это автоматически в вашем сердце происходило. То есть все, кто приходил к ним, все эти люди, которые присоединялись, они все естественно происходило. Они служили Кришне так, как нужно. Как, например, пришел какой-то поэт, материалист, который хотел какую-то свою поэзию предложить Шичитани Махапрабху, но было такое правило, что сначала Сварупа Госвами он проверял это все, что ему хотели принести Махапрабху, и потом, если он там находил достойным, то тогда одобрялось. А почему? Поскольку вот в этой шлоке говорится, что Махапрабху он очень недоволен, если он слышит какой-то расабас или Сиданта Виро, то есть какие-то пересечения раз. Это Махапрабху никогда не был доволен таким несовместимым. Он очень гневался и Сиданта Виро, то есть отклонение от Сиданты, какая-то полностью неправильная Сиданта, Махапрабху не мог потерпеть этого. И поэтому в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, вот эти слова, что Махапрабху гневался, когда ему, как сказать, приносили что-то такое недостойное, несоответствующее Сиданте. И вот поэтому Сварупа Госвами прежде проверял все. Если он находил это совершенно, не было никаких ошибок в этом, то тогда это только допускали до Махапрабху. И вот этот материалистичный поэт, он был, когда Сварупа Госвами он показал ему все его ошибки и сказал, что ты не прав. Сварупа Госвами отругал его, что ты глупец, ты совершил великую ошибку лотосным стопам, как Джаганатха, так и Шичитани Махапрабху. Хотя Джаганатха, он не отличен от Махапрабху. И Кави очень испугался, он склонил голову в знак покорности, и Сварупа Госвами сказал, что ты должен общаться с гуру и вайшнавами. Это последнее наставление вот в этом контексте Сварупа Госвами. И вот он дал ему такой совет, что ему нужно общаться со спутниками Шичитани Махапрабху, и тогда ты можешь узнать Сиданту. You can know
И тогда ты можешь знать сокровенную Сиддханту, а если ты просто запомнишь Веды, Веданту, Упанишады, то ты не сможешь понять, что такое настоящая чистая Сиддханта, поскольку Сиддханта – это не то, что можно выучить, запомнить и кому-то рассказать. Это автоматически из-за вашего, от вашего служения, от вашего посвящения, от вашей любви. Эта Сиддханта, она явится в вашем сердце. То есть это не то, что можно просто запомнить и потом наизусть выучить и потом рассказать. Нет, это не так. И вот в начале всего вы должны... Вот согласно этой шлоке. There is infinity, бесконечный океан. So many people speaking so different. Много людей не говорят, кто-то так, кто-то иначе. То есть много океан разных мнений. И в Махабхарате тоже такие слова приводятся. Что различные муни, различные риши, они, у них свои суждения насчет, свои комментарии насчет разных вещей. Один говорит так, другой по-другому, третий по-третьему, но татва-васту – это адвайгьян татва. Адвайгьян значит неделимая концепция должна быть единая истина, но все же различные муни и риши. Они все выражают каждое свое отдельное мнение насчет этого. Разные йоги, гьяни, майвади и прочие, у них свои эти заметки, ремарки насчет абсолютной истины. И поэтому на берегу Ганги, в Шукартале, Шукадев Госвами, когда он пришел, и там различные муни-риши, они давали наставление ему, что Парикшит Махарадж, ты делай то, другой риши говорил, делай другое, третье говорил, третье, и Парикшит Махарадж, он не знал, что же делать. А когда пришел Шукадев Госвами, он решил предаться лотосным стопам Парамхамса Шрешти, Шукадева Госвами, и получить решение всех своих проблем. И тогда, и только тогда мы можем получить решение всех наших проблем до тех пор, пока вы не встретите Парамхамса Гуру, ваша жизнь находится во тьме. Вы должны ждать. И однажды Нитянанда благословит вас, вы встретитесь с чистыми преданными в саду, и тогда вы можете увидеть путь, как достичь. И поэтому мы находим, что Шукадев Госвами, перед ним Парикшит Махарадж спросил вот этот вопрос от Атхо Брахмаджи Гьяса о Веданте в Бхагавате. Этот единственный вопрос. И Санатан Госвами, он отвечает, он тоже спрашивает такой же вопрос у Шри Чайтаньи Махапрабху, кто я? Как я могу обрести наивысшее благо? Я не знаю. Я страдаю от этих трудных страданий. Пожалуйста, дай мне совет, кто я? Если этот вопрос, он в вашей жизни не решен, кто вы, то что толку от всего остального? Это главный вопрос, кто я? В начале всего вы должны
разобраться с этим вопросом и до тех, если вы до сегодняшнего дня не осознали свою вечную сварупу, то ваша баджана бесполезен. Вы можете думать, что я женщина или мужчина, или кто-то какой-то старик, это глупо. Эти люди не могут понять сварупу, вечную форму души. Если у них есть такое чистое представление о своей сварупе, то все проблемы не автоматически решатся. Иначе мы будем замкнуты в этих 14 мирах. Very important, heart-touching answer you should do. Very nice. Tasai vahet prajate het kovido nalabhati yad brahmatam pariyata talabhati dukkabad annato sukham kalena sarvatra gavir ranghasa. Kal? One question was put in front of Einstein. Einstein, what do you mean by time? Однажды у Эйнштейна спросили, что такое время, кал. What do you mean by time? Einstein was speaking. И что он ответил? Time is nothing but movement. Что время это не что иное, как движение. Who or what? А кто и что движется? Coming, если вопрос движения возникает, то к нему кто или что двигается? То есть если мы увидим, что что-то или кто-то двигается, те же солнце, где та же луна, вода в реке, все это движется. И вопрос возникает, соответственно, кто и куда и как далеко это все движется. То есть если есть вопрос движения, то есть вопрос пространства и вопрос материи, соответственно, возникает. Now in the shloka from Bhagavata, в этой шлоке из Бхагавата говорится, Kovida means Kovida значит, что те, кто по-настоящему разумны, своим разумом они могут достичь лотосных стоп Шри Кришны, то они, то есть если такие разумные люди не могут своим разумом достичь лотосных стоп Шри Кришны, то они по-настоящему разумны. Apnati means to get amrita. Apnati amrita значит обрести амриту. Если дживатма, ее запросы, sankalpa vikalpa, sometime taking decisions, а ее решение, sankalpa vikalpa называется, то есть иногда она принимает какое-то решение, потом передумывает. И вот, то есть если ваш ум, он не успокоен, your mind is calm and quiet. То есть, если вы уже решили, что нужно, тогда ваш ум, он станет по-настоящему умиротворен. Также говорится, что Кришна Бхакта, те, кто хотят наслаждаться этим материальным миром, они или те, кто хотят получить какие-то 18 видов йогических совершенств. Но эти сиддхи, они автоматически приходят в жизнь Сиддха Махатмы. Вам не нужно молиться Кришне о совершенствах. Что толку от этого? Джаганнатас Бабаджи Махарадж, Гаукишвадас Бабаджи Махарадж, Бхагавандас Бабаджи Махарадж, Вамшивадас Бабаджи Махарадж, Бхагавандас Бабаджи Махарадж, они автоматически имели все эти совершенства, они сами пришли к ним. Они
пришли и просили, чтобы они смогли оказать какое-то служение им. И вот Бхукти Мукти Сиддхи, они все молятся, что я хочу служить вам, но преданный он не принимает служение от них. Они ждут должного времени, когда придет. Эти все сиддхи, они находятся там и ждут, когда же они могут послужить преданному, настоящему преданному. Мукти, само освобождение приходит к таким преданным. Дхарма, арта, кама, но преданные, они никогда ничего не просят ни у кого. То есть они всегда довольны тем, что приходит само собой. Чистый преданный, мы должны знать, какой характер, какие качества чистого преданного. То есть он должен иметь юкта-вайрагья. Как Шрила Прабхупада, например, если кто-то приходил с ним, давал какое-то пожертвование, какие-то вещи, Шрила Прабхупада, он принимал это и занимал в служении Кришне. И вот однажды кто-то пришел к Шри Прабхупаде и принес пожертвование, то с просьбой, что Прабхупад организовал какой-то пир в честь, ну, какого-то там, в какой-то день. А Шри Прабхупад сказал, что забирайте свои деньги назад. То есть это мое дело, как использовать ваши деньги. То есть если вы, ну, даете какой-то конкретной, так сказать, цели, то Бог как получается, что больше они как бы для вас, чем для него. Шрила Прабхупад говорит, это моя обязанность делать все для вашего вечного блага. Если вы хотите чего-то иного, то уходите. Садхгуру говорит, что если вы сами берете ответственность за себя, свои руки, то что толку от этого? Шрила Прабхупад говорит, что обусловленная душа, она никогда не может найти путь к своему абсолютному благу. Если они хотят получить какое-то благо, но они совершают ошибку в процессе. Будьте внимательны. Поскольку они не могут поверить чистому вайшнаву, то, что он говорит, то есть они могут наполовину поверить, но не полностью все же не верят. И таким образом мы не сможем стать успешными, если вы полностью верите лотосным стопам Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура, Гуру Махараджа, то тогда мы, несомненно, станем успешными. Никто не может остановить нас. Я стану успешным, несомненно. Никто не сможет остановить нас. Но если у нас есть какое-то сомнение насчет Шрилы Прабхупады, кто-то из нашей гурваги вел такую лилу, не буду говорить о них, но кто-то из наших гурваги, они однажды засомневались в Шриле Прабхупаде и сразу пали. Они явили такую лилу, чтобы показать на такой дорожный камень указатель, чтобы мы не совершали таких ошибок. И если у вас есть сомнения насчет гуру, насчет вайшнавов, насчет нама, дамы и еще чего-то, то вы будете вынуждены рождаться снова и снова в этом материальном мире.
То есть, если у вас есть сомнения, вынуждены будете опять рождаться и умирать, чтобы решить эти ваши сомнения. И до тех пор, пока вы не решите эту проблему, вы должны совершать баджан жизнь за жизнью, чтобы избавиться от всех этих сомнений. Те, кто по-настоящему знают значение писаний, кави, что значит кави? Кави – это те, кто знают настоящее значение писаний. Те кави, настоящие пандиты, они всю энергию свою посвящают для того, чтобы получить этот нектар. Поскольку мы обусловлены души, они перемещаются по всем этим 14 мирам. Иногда становится царем, иногда слугой, иногда каким-то тигром или кошкой, или прочими животными. И вот так они перемещаются по этим 14 мирам, рождаются, умирают. Но и когда по милости чистого Вайшнава, будьте внимательны, вы сами не можете осознать, кто настоящий чистый Вайшнав, а кто нет. Я знаю, что вы будете обмануты. Ваше такое представление, концепция очень, так сказать, шаткая. И поэтому я хочу дать вам настоящее лекарство, чтобы вы могли исцелиться. Иногда вы попадаете в ад, иногда в рай, но что недоступно во всех этих 14 мирах, но чистый пандит, настоящий пандит, он должен стремиться к этому. Праджатету. Это приказ на санскрите, по слову праджатета значит приказ. When you are going up and down in your journey, you are not going to get that thing nectar. И когда вы просто так перемещаетесь по всем этим 14 мирам, то никакого нектара, никакого настоящего счастья вы не обретете. А мы все стремимся к этому блаженству. Мы хотим обрести трансцендентное блаженство. Оно возможно только тогда, когда у нас есть Кришна Бхакти. Поскольку Кришна говорит, все души, все дживы, они хотят наслаждаться, они хотят вести свою жизнь очень, как сказать, спокойно. Но вайшнавы не говорят так. Вы никогда не можете найти ни единого вайшнава, который в своей жизни говорит так, что я хочу жить очень, как сказать, умиротворенного, не вайшнава, если он стремится к какому-то такому, так сказать, умиротворению, поскольку он не заинтересован. Surroundings, maybe fire going on, but still he is feeling very peaceful. Very. He is taking rest. Krishna Bhakta Niskama Devsam. Те, кто достиг. То есть, но те, кто настоящие Кришна-бхакты, в их сердце нет никаких посторонних желаний, поэтому они умиротворены в любых обстоятельствах. Это естественно происходит. То есть Кришна Бхакти – это единственное сокровище. То есть Нараян Бхакти – это тоже как бы хорошо, но Кришна Бхакти – почему? Поскольку в Кришне мы можем обрести все. И поэтому я говорю от слова Кришна. То есть Нараян Бхакти, они тоже умиротворены, но Кришна, он более
полон. И суть в том, что вот разница между Нарайана Бхактами и Кришна Бхактами, она огромна. Невозможно их сравнить. Вначале всего, вот эта шлока, что можно узнать из этой шлоки, что мы перемещаемся по всем 14 мирам, но этого нектара там нету нигде. Мы хотим обрести мир, умиротворение, но мы получаем одни страдания. И также Прохлад Махарадж говорит, никто не хочет помещать себя в какие-то проблемы, но автоматически согласны с вашей удачей или неудачей, вы встречаетесь с какими-то проблемами. Или счастьем, а не сукха и дукха. Мы хотим наслаждаться. Ваша душа, ваш ум, материальный ум, и вот согласно вашей прежней карме, то есть эти наслаждения, они согласно вашим предыдущим деяниям, они приходят автоматически. According to your previous sanskar, you feel now is very okay, very nice, very happy. But there is no question of happiness, happy, sukha and dukha. What do you mean by sukha and dukha? Actually, no existence. If you are put it into 20 degree minus 20 degree, but he can be comfortable. Счастье или несчастье может зависеть просто от нашего восприятия. Например, кто-то любит зиму, кому-то 20 градусов мороз кажется очень комфортной температурой. А если взять человека с Раджастана, где привыкли жить при плюс 40 градусах, то они будут страдать. А если у человека с севера поместить в какой-нибудь Раджастан, где очень жарко, он будет страдать. То есть мы видим, что то есть это восприятие счастья или страданий зависит от нас больше, чем от каких-то конкретных обстоятельств. Вот как пример с температурой, с погодой. Единственное, the only problem we have in our life, the only problem we have in our life, единственная проблема в нашей жизни, это то, что мы не можем совершать Кришна Баджан должным образом. The only problem in how we have in our life that we cannot do Krishna Bhajan. The only reason. We have to cry for that. Мы должны сокрушаться о том, что мы не можем совершать Кришна Бхаджан должным образом. Но мы очень неудачливы. Мы не можем плакать, мы не можем жалеть об этом. И Чайтанья Махапрабху выражает такое чувство. I like to love Krishna, but я I cannot love. Люблю Кришну, но я не могу любить его, просто выражаю такое чувство. Но према гандости дарапи ме хару, татапи крандами шоубхагга варам пракаситам, жад бханси биласанана локанам бина, бивхарми прана патанга кана вритха. My life is like a sect. Моя жизнь, она как насекомое. Your attention, please. My life is like insect. No use. No value. But still, you can see I'm shedding tears. Only to express my little mood. But I like to love Krishna. I cannot love Krishna.
Но премагандости дарапи ме хару, татапи крандами шоубхагга барам пракаситам, жадбанкси биласанана локанам бина, биварми пранапатанга канавритха. Моя жизнь, она подобна насекомому, она бесполезна. Но премагандости дарапи ме хару, I have no smell of prema, love for Krishna. But still, у меня нет любви к Кришне, но все же я плачу. Если вы не можете понять вашу сварупу, то как вы можете понять сварупу Кришны? Поскольку в Чайтанья Чаритамрите описывается. Сиддханта болия читте на паро алаш, я уйти Кришна ке судира манаш. Но према гандо асти дарапи ме варо. У меня нет даже запаха премы, но Чайтанья Махапрабху может через Рупа-шикшу, через Санатана-шикшу, он может дать нам детальное объяснение. Можете найти бесконечные правила, бесконечные суждения, но стать успешными. Мы обусловленные души не могут, поскольку они все находятся, не могут понять, что есть что. И чтобы по-настоящему отметить Джанмаштами, мы должны следовать Шри Чайтанья Махапрабху. Это ключ, чтобы войти в эту область. Иначе все наши попытки входа будут остановлены. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, вот с помощью этого материального поэта он приводит нам такой пример. Это его наставление. Что мы очень удачливы, у нас есть связь с Гаудиматхом, но есть ли у нас эта связь с Гаудиматхом, поскольку если была бы у нас, связь с Гаудиматхом, то мы были бы другие. Как например, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Сиддхартха Дева Госвами Махарадж. То есть можно видеть по их поведению, по их жизни, что они по-настоящему имеют связь с Гаудиматхом, а у нас это не так. И вот смотрите, через Шри Чайтанья Лилу можно получить представление о Кришна Лиле и прочей Сиддханте. И несколько лет, несколько минут назад я говорил о том, что все разные люди, они организовали общество. И согласно их... То есть они делают согласно их усмотрениям. То есть если в этом обществе следует традиции вайшнавов, все там чисто, без каких-то посторонних примесей, то все будет хорошо. А если этого нету, ну, конечно, иногда может быть какие-то там споры, вот насчет, как, например, с Радхарани и Чандравали, они спорят ради абсолюта. Это другое, мы таким спором, как сказать, об абсолютной истине, мы можем только выразить свое почтение. Но в материальном мире можем видеть, что по-другому происходит. У нас нет бхакти. Если у нас есть бхакти, то мы не можем.
заниматься политикой, поскольку бхакти — это нечто великое, если бхакти девяна дарует нам свою милость, мы будем плакать, поскольку бхакти деви — это настоящее сокровище. Это бхакти, это настоящее сокровище, эти чистые преданные, у них есть великое сокровище, и поэтому они говорят, что у нас нет бхакти, они, хотя у них есть такое огромное сокровище, они чувствуют, что у них нету. И такой тоже признак, что у богатого человека, богатые люди обычно они не афишируют свое богатство, чтобы не привлекать лишнего внимания. И поэтому, если у нас есть какое-то сокровище, какое-то богатство, умные люди, они не могут выставлять это все на показ. Так если Чайтанья Махапрабху дает такое совет нам, то такой пример он приводит. Но в своей жизни мы не можем применить такую практику. То есть в эту практику нужно применить в своей собственной жизни. Нужно всегда воспевать святые имена Господа, и тогда Харикатхана сможет явиться в вашем сердце. А условия каково? Мы должны быть более смиренны, чем травинка. Это правило. Иначе никто не может совершать санкиртан должным образом. Единственный критерий, единственное условие, установленное Шри Чайтанья Махапрабху. Если вы сможете применить это в своей жизни, то тогда через читание лилу мы можем узнать все о Кришна-татве. Если вы хотите узнать полную концепцию о Кришна-татве, вы должны следовать Шри Чайтанья Чаритамрите, вы должны получить полную милость Шри Чайтанья Махапрабху Нитьянанды, иначе это невозможно. И вот смотрите, сейчас Например, Гурудев говорит своему ученику, что не нужно делать что-то, но ученик, он все же делает, чтобы получить какое-то уважение, почет от других людей. И но люди, они, некоторые думают, что вот этот человек, он настоящий там, как сказать, Рагануга Бхакта, но если его нет в списке Шри Чайтанья Махапрабху, то что толку? Но весь мир может иногда поклоняться ему. You want to get Patishtha, that's why Mayadevi can cheat you. Mayadevi can cheat you because you are automatically cheated because your conception is not good, impure. Your conception is not pure, your heart is not clear. Если ваше сердце нечисто, то как вы можете обрести прему? И вот, смотрите, одно очень важное, Шри Чайтанья Махапрабху, он в Аллахабаде. Он однажды отправился в Аллахабад, Рупа Госвами Пад был там.
absolute truth is very hard to hear and digest. Абсолютная истина, ее очень тяжело слушать и осознать, но вы дали мне такую обязанность говорить об этом. Если уклонюсь от этого, то Ямарадж накажет меня, и поэтому я вынужден говорить об абсолютной истине. Я не хочу никого критиковать, только говорю то, что сказал Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивинода Тхакур. На самом деле, в Аллахабаде Шри Чайтанья Махапрабху, Рупа Госвами Пад и Анупам были там, поскольку Рупа Госвами и Шри Чайтанья Махапрабху дал такое наставление, наставление Рупе, это зовется Рупа Шикша. Вот, Рупа Шикша, Санатана Шикша и Рамананда Самбат – это три сокровища в нашей жизни. Они очень могущественны. Вы должны принять это учение в своей жизни. И вот в Аллахабаде мы знаем, Валлабхачарья в то время, он не был в отреченном укладе жизни, он был грехастха. Валлабхачарья, он пришел и пригласил Шри Чайтанья Махапрабху в свой дом. Just opposite of Yamuna, I mean, Tribeni Sangam. They invite Chaitanya Mahaprabhu to give best to keep on him, he agreed. Пригласил Шри Чайтанья Махапрабху. Махапрабху, он обычно никуда не ходил, но вынужден был прийти в этот раз. И вот Рупа Госвами Пад и Анупам. И Шри Чайтанья Махапрабху, они пошли туда. И когда они пересекали эту реку, то Шри Чайтанья Махапрабху, он явил такое экстатическое чувство, которое за пределами все понимание. Он начал танцевать на этой лодке, лодкой практически. Он прыгнул в воду. И поскольку према явилась, и Махапрабху видел, что это эту реку как Ямуну, он и прыгнул в реку. We all can teach from the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. All his life, вся жизнь Шри Чайтанья Махапрабху – это учение, это пример для нас. Все действия Шри Чайтанья Махапрабху. Если вы хотите осознать Кришна Лилу, то вы должны изучать Шри Чайтанья Лилу. Это такое научное. Научное все. И что я хочу сказать, что там один браман, Рагхупати Упадхьяй, пришел, чтобы встретиться с Чайтаньей Махапрабху. Махапрабху Антарьями, он сверхдуша, пребывающая в сердце каждого. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху начал обсуждать. Что Верховный Господь может явить различные явиться в различных формах, и какая же наивысшая. И вот он отвечает, что когда Бхагаван, Верховный Господь, он является в этом материальном мире, то adolescent, sometimes crawling, sometimes adolescent state, sometimes going up. So which age is most excellent? Что, и он спрашивает также, в каком возрасте, какой его возраст, как, какой аватар, но наилучший, самый совершенный. И вот он отвечает, что в возрасте 16 лет, но на самом деле
когда Кришна, он ушел из Враджадхами в возрасте 11 лет, нескольких месяцев. И ну, также говорится, что Кришна, он сын царя, и поэтому есть вот такие некоторые дети, там, которые по 10 лет выглядят как взрослые там. Даже в Панджабе, если посмотреть, то есть какие-то, может быть, 8-летний мальчик, он уже может выглядеть как взрослый. То есть они там, как сказать, быстро развиваются очень. Bhārati Mahārāja gives priority all the time. Anyway, и вот я был там в Панджабе, там видел таких детей, которые как бы вроде им там лет по 10, а выглядят они на все 30. И вот Джива Госвами говорит, что хотя Кришне 11 лет с чем-то, но все же он очень, как сказать, выглядит старше. And Krishna is the, you know, son of Nanda Maharaj, always good prasadam, taking chana, you know, milk, cheese, so automatically body. So Jiva Goswami are giving this argument. Джива Госвами и говорит, что Кришна не был до 16 лет во Враджадхами, но мы можем сказать, как бы, что он в таком возрасте. Но все же, и когда Шри Чайтанья Махапрабху спрашивает, и Рагхупати Упади, это Расик Бхакта. Если вы поймете Кришна Татву, то никакого вожделения не может быть в вашем сердце. И вот я говорил об одной шлоке, сказанной Рупа Госвами, все читания Чайтамриты можно найти. Jadavadi mama manu Krishna padar vind navalavarasat jyamarantu mahasit Jadavadi narisang bato narisang smarjamane sustu nischivananca mukha vikara bhavati kathu. I cannot think. It's so cheap thing. You are busy with this cheap thing. I have no time. You have no, if you have actually that kind of realization, если у вас есть такое осознание, то тогда и только тогда я могу одобрить вас, чтобы вы начали Кришна Бхаджан. То есть есть много сахаджи, которые могут вам вас как бы научить Рупануга Бхаджана, но это глупо. Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Кешава Госвами Махарадж, они никогда не говорили так, и у меня такое же учение, как и у них, если вы можете доказать, что... У вас нет никакого вожделения, как Харидас Тхакура, Лакхира, она не смогла соблазнить его. И после этого сама Майадеви пришла в Кули, в Шантипуре. Майадеви, насколько она была могущественна, настолько прекрасна, она принесла свои поклоны Харидас Тхакуру. Она поклонилась Туласи. И having full control. И она пыталась соблазнить его, даже Муни Риши, которая полностью контролирует свои органы чувств. Но до тех пор, пока не... обретут настоящее бхакти, то можно видеть, что они падают, как Васишта Вишвамита, например. Падение, они не... Их как бы падение, но не...
как бы они смогут его восстановить. Например, Васишта, он однажды кто-то его угостил человечьим мясом. Васишта он хотел съесть, но смотрит это. Он осознал, что это мясо человека и проклял этого, того, кто хотел его накормить этим мясом, ну, а он ничего не знал об этом. Ты проклял меня за что? Но я тебя тоже прокляну в ответ. И он, и вот он проклял его в итоге Васишта, умер, родился из чрева Урваши. И вот мы часто видим так, что какие-то риши падают. Но Нити-шастра мы учим, что мы не должны искать недостатки в этих муни-риши, они очень могущественны. Нити-шастра говорится, Мунинам опи вибрамаха. Some logic can speak in front of you. All Munirishis, they can also make что Муни-риши не могут совершать ошибки, но нет. Вам Ангасвамара Шрила Кешава Госвами Махарадж, они говорят, нет, вы не должны думать так. Что Муни-риши не могут пасть, нет. Они могут выражают такое, как сказать, лилу такую, чтобы показать вам, что мы обусловленные души, мы должны быть очень внимательны. Если мы совершим какую-то ошибку в нашей жизни, это очень опасно. Это указатель на пути нашего баджана. И вот в логике мы находим такие слова, что муни-риши, они тоже могут совершать ошибки. Муни-намча вибрамаха, но ачари, бхакти, мы видим такой совет, что не нужно искать никаких ошибок в них. Бхагаватам все совершенно с начала до конца, вот с первой до девятой песни описываются различные случаи. Если вы не будете слушать Бхагаватам от чистого преданного, вы будете чувствовать какие-то реакции в вашем сердце. И поэтому Сварупа Госвами говорит, and also speaking, jao bhagavato padho vaishnava sthan. You have to go. And Rupa Goswami Pada also in Rasamrita. Rupa Goswami Pada in Rasamrita Sintu говорит Bhagavatam. Namna rasu aspadanam rasukai sahu. Rasukai sahu. Вы должны слушать Бхагаватам среди расик бхакт, а материалисты они неправильно могут, сами они неправильно понимают и, соответственно, объясняют тоже неправильно. И вот везде мы находим, что учение Шри Чайтаньи Махапрабху на совершенно. Вот Шри Чайтаньи Махапрабху с Валлабхачарьей ни о чем не говорил в то время, хотя он пригласил его, но Махапрабху был, говорил с Рагхупади Упадьяем. Почему? Хотя Валлабхачарья был ачарья в их сампрадае, получил дикшу в Гаудия сампрадае от Гададхара пандита, но их сампрадае не признает это. Раньше он совершал Балгопал Баджан, он Кишур мантру получил, но это Валлабх сампрадае этого не признает, но мы знаем. И вот Валлабхачарья, он поклонялся Балгопалу. Он был расик бхакта, и поэтому Махапрабху ничего необычного не сказал. Кришна, его лила, не так. Чайтанья Махапрабху все время учил это.
Почему Махапрабху не обсуждал это с Валлабхачари, хотя он пришел в его дом? Он ждал, пока Радхупати Убадхьяй придет. Он был достойной личностью. Почему Махапрабху говорил об этом с Рай Раманандой? Почему Махапрабху говорил об этом с Сварупа Госвами? Почему? Почему? И о Рупе Госвами Паде я также говорил. Рупа и Сварупа – это два имени, не совмещенные. Если мы хотим отделить это одно имя другого, это невозможно. Сварупа и Рупа. Рагунат, это оно все вместе. Смотрите. Прио сарупе, дайто сарупе, према сарупе, сахаджаби рупе. You see? Нижан рупе. So, пабуреко рупе. So nice. What Sanatan Goswami Pad. И вот что Санатан Госвами Пад явил. All same with Chaitanya Mahaprabhu. Все это. Прио сарупе, дайто сарупе. Према сарупе, сахаджаби рупе. Такое же, как у Чайтаньи Махапрабху. Same. Все то же самое. There's no difference. Нет никакой same разницы. Его сердце, но не отлично от сердца, сердца Рупы Госвами. Сердце Шрилы Чайтаньи Махапрабху от сердца Шрилы Рупы Госвами не отлично в смысле Сиддханта, в смысле расы. Вот это очень превосходно. И вот сочетание Махапрабху, о Кришна-таттве, он дает нам такое четкое, как сказать, представление. И вот Рагхупати Упадхьяй говорит, and what about rasa? What rasa is? А что насчет расы? Excellent rasa, tapos rasa, addo eva paro rasaha. And which dham is first dham? I'm just breaking, you know, line. First dham. Which dham is topmost? А какая дхама наивысшая? Бара. Наилучшая. Мадхупури бара. Мадхупури бара. Мадхупури бара. Which dham is topmost? Бара, Мадхупури бара. And which sarup is topmost? Sam sarup, Sam eva param rupa. Adolescent age, 16 years. А возраст какой наилучший? И вот он отвечает на эти вопросы. Adho eva paro rasaha. I also started with this shloka. Я начал с этой шлоки, с этой шлоки. Питамбарадарнабимбапаладарастан Пурнендо мунсу Пурнендо сундара мукадарабинданаван Кришнат парам кимапитаттамахам наджане Кришнат парам кимапитаттамахам наджане. Кришна, who told this? Кришна, кто сказал это? Вчера я произнес его имя. Мадхусудан Сарасвати Пад. Он был великий Майавади. Раньше, но потом он принял учение Гауди. Он перестал быть моим Майавади. Сейчас мы можем говорить о нем как о преданном. Он Бхакти Расаяну написал, и все вот ученики его, они плакали, что он уходит из этого мира. Как можем жить дальше без вас? Хорошо. Перед тем, как оставить свое тело, пожалуйста, дай нам превосходный урок. Мы хотим, вы хотите получить это? Да. Мы хотим, мы все хотим получить нечто наивысшее. И вот он сказал, слушайте. И вот он произнес эту шлоку. Кришнат парам кимапитаттамахам на джане
Krishna adparam kimapi tattamaham najani. И вот этот Мадхусудан Сарасвати, он написал одну большую книгу о Адвайта Сиддхе. Можно видеть, что его сердце полностью изменилось, как Пракашананда Сарасвати тоже из-за общения с Чайтаньей Махапрабху, его сердце изменилось, и он начал совершать санкиртан. И вот сейчас я хочу сказать, Мадхусудан Сарасвати Паде, он перестал быть майявади, он стал вайшнавом. И поэтому может говорить так, иначе, если он майявади, как он может говорить об этом, поскольку его эти ученики спрашивают, чтобы он сказал заключение всей сиддханты перед тем, как оставить тело. И вот он сказал, вот это мое, как сказать, мое это последнее сиддханта. В этой шлоке оно все заключено. И вопрос, почему Прабхупати Упадхьяй сказал так, почему именно 16 лет? Вы слышали? Мы должны слушать из должного источника, из надежного источника. Что значит эти слова? Yes, Madhurna, excellent, Brajamadhu, Brajamadhuri. Madhurasa, Madhurasa, она. И те гопи, которые в Мадхуре находятся, они тоже Мадхурасу являют и в Двараке. Но какая Мадхураса? Аддараса значит внутри Враджа Дама, то есть та раса, которая между гопи и Кришной, между Враджа Гопи и Кришной. И о Рагануга Бхакти это открытый термин, произнесенный Кришнадас Кавираджем Госвами. Будьте внимательны. Перед тем, как отмечать Джанмаштами, перед тем, как поднять Кришна Татву, вы должны знать все это. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, смотрите, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит. Свабхавик, значит, естественно, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что те враджаваси, у них есть естественная любовь, привязанность, влечение к Кришне, это естественно для них. И у Кришны также у него такая естественное влечение, естественная привязанность, естественная любовь к враджаваси. Кришна, он не заинтересован у нас и у вас, он занят своей расой. Кришна всегда занят своей расой. Нандананданчи Кришна, нету времени. Он не смотрит никуда снаружи, он вкушает сладость этой расы. All arrangement done by Yoga Maya. Я вчера говорил, что все делается с Йога Майя. So you see, vital siddhanta here. Вот смотрите, очень важно, что Йога Майя значит, это то, что неотделимо от Кришны, и в то же самое время отделимо от Ачинтья Веда-Веда. Кто-то может спорить, что Йога Майя имеет какое-то отдельное существование от Кришны, но нет, она внутренняя энергия. И в то же самое время Кришна, и он, Кришна Йога Майя, она внутренняя энергия его.
Because directly he is busy with Goja Gopi and Gopi Sanitam Vrindavan. Yes. So, Achintya Vedatattva. Вот это Ачинтья Беда Ведататва. Кришна, он знает, и в то же самое время не знает. А как он знает? Через Йогамаю, а не непосредственно. Это вот Ачинтья Беда Ведататва. Кришна знает все. Он вездесущ. Но как Кришна может что-то не знать? И в Бхагавата, в первой шлоке, говорится, Савидья, значит, что Кришне не нужно ничего докладывать, он и так все знает. Все, каждую часть секунды Кришна знает, что случается в этом мире, в этом, в любом, в любом уголке мира. Кришна знает, что происходит. И в то же самое время Кришна говорит, не знает, что с ним происходит. Как это? Это Ачинтья Беда, Беда Таттва. Она настолько прекрасна, настолько научна, что если вы будете слушать, вы будете восхищены. So now, actually, Krishna is Savaki Pati, Brajavasi Pati. For those Brajavasis, вот в Раджавасе Кришна чувствует великое притяжение, великую любовь к Раджавасе. А те Махиши, жены Кришны, они смотрят, Кришна сидит на троне и плачет. Почему? Он, Кришна, не может ничего сказать, просто сидит и плачет. И когда Кришна, он встретился на Курукшетре, и перед Радхарани Кришна начал плакать и говорит, ты не можешь поверить мне, я знаю, ты не поверишь моему сердцу, но спроси любую из моих жен. Они знают, что я ночью, я не сплю, я просто плачу всю ночь. Я день и ночь плачу о вас, но вы думаете, что я бессердечен, я оставил вас, оставил Вриндаван. Нет, но я сердцем не могу оставить Вриндаван. И Джива Госвами Пад тоже говорит, на самом деле, Нандананандан Кришна, он никогда не уходит из Вриндавана на часть секунды. Он никуда не уходит. Но как это возможно, что Нандананандан Кришна, он уходит, это Йогамая. Все, с помощью Йогамая все происходит для того, чтобы показать великолепие Гопи Премы. Кришна в тонкой форме, он всегда находится во Вриндаване, но и с помощью Йогамая вот так видится, что он уходит из Мадхуры. Это все для того, чтобы показать великолепие Гопи Премы. Почему я говорю об этом? Вроде бы сегодня Джанмаштами, но если мы это всего не поймем, мы не поймем настоящее значение величия Джанмаштами. All as gopis, those gopikas, they express. Гопи, они так выражают свое чувство на день Радхаштами. Если могу говорить харикатху, я более подробно расскажу об этом. Это очень сокровенное. И вот Кришна, у него есть естественная привязанность, влечение к Враджа-гопи, Враджа-васи. И Враджа-васи, они также, у них есть такая привязанность, любовь, влечение к Кришне. Они не могут думать ни о чем, кроме Кришны. Все. Они не могут думать ни о чем, кроме Кришны. Их ум, их сердце, их тело, оно везде. Кришна, Кришна. Все в Кришне. А здесь Навадипа Васи.
Они тоже в Раджавасе, когда Гуранга Махапрабху, он принимал саньяс, и после того, как он принял саньяс, он жил в Шикшетре, в Нилачале. То есть те в Раджавасе, те, которые живут тут, в Наудипе, у них было огромное чувство. Васу Гош, Говинда Гош, они написали прекрасные киртаны в его честь. Но мы очень неудачливы, мы не пытаемся петь киртаны. Вы возьмите картал и пойте. Вы слушайте меня, это моя просьба, и тогда вы обретете прему. Вашими собственными усилиями вы не можете получить Рагануга Бхакти. So all those Brajavasis, they are sitting tears all the time. Вот Брадживаси, которые живут тут, они плачут. Куда же ушел Гора? И так они. А Гора, она, он Гуранга, он в тонкой форме, он всегда присутствует с ними. Махапрабху дает свидетельство. Он Шачимата. Когда Джагадананда пришел от Джагадананда, ты должен спросить мою мать. В тот день моя мать так много всего приготовила и предложила Кришне. Но она думала, если Нимай нету, кто же это все съест? И я пошел и съел весь просад. Но мать, она не может поверить в это. Можете поверить, спросить мою мать, в тот день я пришел, чтобы принять весь просад, но моя мать подумала, что это сон. Но нет, это не сон. Я на самом деле пришел и принял весь просад. И все эти в Раджаваси, и здесь тоже они в Раджаваси, они плачут о Гоура. День и ночь они так или иначе поддерживают свою жизнь. Они не могут жить, поскольку Гуранга Махапрабху узнает, что кто-то умер от разлуки с ним, то Махапрабху будет опечален. И также Радхарани, она практически умирает, она не может жить без Кришны, но она живет, поскольку если Кришна узнает, что Радхарани умерла от разлуки с ним, то Кришна будет очень опечален. И вот, чтобы не огорчать его, она всю же живет. Васу Гош, Говинда Гош, они написали прекрасные киртаны. То есть эти в Бхагбазар Гауди Миссии, бенгальцы эти вот киртаны на Бенгале напечатали, их не часто печатают. Такие очень сладкие киртаны, и те саньяси, вайраги, те, кто находится в отреченном укладе жизни, они иногда идут в Навдипу, в Нилачалу, потом, то есть они ходят иногда в Навдипу, иногда в Нилачалу, и здесь они спрашивают: о, вы пришли с Нилачалу, о, вы видели нашего Господа Гуранго? Да, мы видели, он очень высок, очень прекрасен, да, мы видели его. Все знают, кто же не знает его, о, правда. Вы видели его, и в Раджавасе они плачут и говорят: вы видели нашего Господа там? И вот Навадвипаваси, они спрашивают: да, мы видели ли нашего Гурангу? Да, кто же не? Кто же нет? Да, он всегда плачет, он полон экстатического чувства. Кто же его не видел, все знают его. Он очень славен, он очень знаменит.
Лучандас Такур, Дойнагод Киртана, Лучандас Такур, они очень превосходны, но некие сахаджи иногда вставляют какие-то слова неправильные в его киртан, чтобы все использовать. Иногда можно видеть какой-то поэт, он хочет заработать славу, и они вставляют такие слова или строки в киртан Лучандас Такура. Это вообще Прабхупад говорит, что это нет, это не может быть такие сахаджийские писания, но сахаджийский стиль не может быть у Лучандас Такура. You are not doing kirtan. Мы должны петь киртаны. В кали-йогу, если вы хотите удовлетворить сочетание Махапрабху, вы должны совершать киртан. Горанго туми море даяна чарио. Very nice kirtan. Очень прекрасные киртаны. Вы должны петь их. И вот через лилу Сачитания Махапрабху мы можем видеть Сиддханту. И сегодня день Джанмаштами. Перед тем, как Кришна явился, Кришна, Он всегда отправляет своих спутников, парикаров. Я говорю, о Мадхурасе, но еще я забыл сказать, что изначально раса, которая можно найти в сердце Радхарани, во Враджадаме, это раса между Кришной и Радхарани, это Мадхураса, это та самая превосходная Мадхураса, которая доступна только внутри Вриндавана. И из этой расы вы можете обрести все остальные расы. И в Упанишадах также говорится об этом. И Кришна говорит в различных местах, в Гите также. И в Гите Кришна тоже говорит об этой адирасе. И вот смотрите, это изначально раса, и из этой расы Ватсаля, Мадхури, и все Шанта, Дасия, и все остальные расы, они исходят из Они все исходят из этой изначальной матхурасы. Матхураса, она полная сама в себе, в ней можно найти все расы. И вот сейчас, сегодня день Джанмаштами, день явления Нанда-Нандана, Бхагавана Шри Кришна. Но на самом деле, если вы не можете понять Кришна-тату должным образом, что толку? Если будем только поститься. Если мы будем поститься весь день, не, если не пить, то толк какой от этого? И очень важно из читания Читамриты, я уже сказал, что если вы не можете понять эту сокровенную татву, то что толку, поскольку в читании Читамриты уже сказано, Кришна говорит, что без меня никто не может дать эту милость, вы можете поклоняться Камадеву, Нанданандану Шри Кришне. Как? Через Камагайтри. Через Камабиджу. Я не могу произнести открыто. Камагайтри.
которую вы получили от Йога Майя. Она пришла к нам в такой преемственности Камая Гайтри. И вот Нанда-Нандан Шри Кришна. Если вы поклоняетесь Нандан Шри Кришна среди обычным правилам и предписаниям, то ему нельзя поклоняться так. То есть мы идем в храм, поклоняемся Кришне, но это получается у нас поклонение Лакшми Нарайне. Если вы хотите следовать Видхи-маргу, то вы не можете обрести Кришна Прему. Даже Джанмаштами Титхи очень редко для нас, но Видхи-марг, мы должны следовать ему под руководством Рупануга Гуруварги. То есть мы сейчас находимся на Видхи-марге, но сегодня или завтра, если по милости Гуру Вайшнава, все мы делаем правильно, то мы можем войти выше. И вот в Баджан Рахасе говорится, и те, кто следует Видхи-маргу внешне, विधि मार्ग रहते जाने साधिनता रखने दाने राग मार्गे कराए प्रवेश कराए मैन कैन गेट सम मोमेंटम सो ऑटोमेटिकली यू कैन गेट एंट्री तो इस बट आउट ऑफ योर पर्सनल एफर्ट तो इस चीज़ पामिलस्ते मुझे वाइटी रागनुगा बाजना नशमे सोप्सने उपापितकमे उसीलेमे इट निवाज़मोज़नो एंड ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू जंप इनटू फायर दे आर नॉट गोइंग टू गेट भक्ति How? So you understand this point. So first of all, Don't think that Bhakti Purna Purigasi Maharaj was in Vidhi Marga because поскольку если Шрила Бхакти Пурна Пуригасвами Махарадж поклонялся, все время был занят Арчаной. Don't think that Keshav Goswami never allowed Рагануга Киртан. Не думайте, что если Кешав Госвами Махарадж никогда не позволял Рагануга Киртанов, то он против Рагануга Бхакти. Нет, Шрила Кешав Госвами Махарадж никогда не позволял петь Яма Киртаны, поскольку он знал, что мы недостойны их петь. Но это не то, что Кешав Госвами Махарадж против Рагануга Бхаджана. Нет, он полностью за Рагануга Бхаджан. Но во время Картика мы должны слушать о Гаджанда Мокша. Мы должны следовать Бхагаватам, но не позволял петь этих Яма-киртанов, но это не значит, что он был против Рагануга Бхакти, нет. Но чтобы остановить тех Сахаджи, поскольку Сахаджи, они слишком много делали вредного, и чтобы остановить их, Шрила Кешав Госвами Махарадж был вынужден сделать так, что еще. Даже утром у Шрилы Кешава Госвами Махараджа Шрила Бхакти, он такого вот написал этот киртан. Сингасану пори, сабошоки вестито, кишоро кишори. The bandits all there, all adolescents or small girls and Krishna, they are sitting in Ratna Singhasana. What they are doing is not good. Чтобы материальные
люди не подумали ничего плохого вот о том, что описывается в этом киртане, что Кришна в возрасте 16 лет сидит с Радхарани на троне, то и, ну, согласно как бы этике это нехорошо. То есть люди могут что-то подумать не то, и поэтому Шрила Кеша Госвами Махарадж изменил этот киртан. Он своим сердцем, он поет киртан Бхактивинода Такура, но для нас он написал новый киртан, чтобы обусловленные души не сомневались и не совершали никаких оскорблений, а сегодня и завтра они могут осознать, что есть что. И даже Бхактивинода Госвами Махарадж, он написал свой киртан. Но у нас нет правила, нет права совершать эти киртаны сейчас. Может, в ближайшем будущем мы сможем, но не сейчас. И те материальные люди, они как прыгают, как сказать, с раскаленной сковородки в огонь. То есть таким образом можно потерять все, и поэтому мы должны следовать процедуре. Все могут напасть на меня, что тут я говорю так. Но что делать? Я вынужден говорить. Я сын Шрилы Кешава Госвами Махараджа, Шрилы Пури Госвами Махараджа, поэтому я должен говорить так, как они. Что еще? И вот Джанмаштами, мы отмечаем Джанмаштами, но будьте внимательны, что Кришна, как мы уже поклоняться Кришне? Кришна, он поклоняем в Раджавасе. И если я хочу поклоняться Кришне, мы должны следовать в Раджавасе. Сегодня, может, день явления. И если я буду чувствовать сердце Яшоды и Нанды, если я могу чувствовать сердце, их сердце, то тогда все хорошо у нас. Кришна, он всегда является, каждую секунду. И Чайтанья Махапрабху говорит, что каждую часть секунды Кришна, он является в той или иной Брахманде, в той или иной Вселенной. А вчера я говорил что-то, даже если пока мы будем произносить слово «настоящее», пока мы произнесли первую букву, начали произносить вторую, третью, то первая уже оказалась в прошлом. Такая очень тонкая разница между настоящим, прошлым и будущим. Только То есть очень такое ограниченное чувство можно назвать настоящим, поскольку настоящего ничего нет. Оно за какую-то часть секунды настоящее становится прошлым. И вот Чайтанья Махапрабху дает такой совет. О, Санатан. Есть бесконечное число вселенных, и где-то Кришна, он является прямо сейчас. И только это, все остальные лилы. Это лила явления Кришна, она вечна. Например, Кришна явился, это прошло 10 минут, это та уже следующая лила, она тоже вечна в какой-то Брахманде. Это лила опять происходит, поскольку Господь Хари, он бесконечен, его качество, его формы, его деяния, они тоже бесконечны. Мы не должны думать, что мы иностранцы, мы не можем что-то понять. Мы преданные в начале всего. Если будем разделять преданных на как бы иностранных преданных или местных преданных, мне стыдно.
мы все преданы. Разделять на иностранных преданных, там, индийских или неиндийских преданных, это глупо. Если вы получите милость, почему? Почему бы нет? Почему бы мы не... Мы можем, если мы будем совершать баджан всем сердцем, мы можем получить эту милость, поскольку Кришна баджан, он... Мы совершаем его независимо от нашего происхождения, наших убеждений и прочего. Кришна баджан — это нечто настолько великолепное, что любая душа, она может совершать Кришна баджан, любая дживатма. Если ее сознание должное, на должном уровне находится, и вот поэтому Бхактивинода такого говорит. И вот Шрила Бхактивинода такого говорит, вот согласно нашим действиям я могу попасть в различные йони, я могу родиться птицы, животным, но какая разница, если бхакти находится в моем сердце, я не забочусь о том, кем я рожусь. Пашу, паки, значит, животное, звери какие-то, паки, значит, птицы. И вот в одном из своих киртанов Шрила Бхактивинода Тхакур поет, что он не забудется о том, родится он животным или птицей. Главное, чтобы в доме преданных и бхакти было в его сердце. И вот один из признаков Гаудия. Из признаков Гауди это то, что не всегда совершают киртан, иногда в уме, иногда громко, всегда едят, они спят или еще что-то делают, они всегда совершают киртан. И признак чистого преданного то, что они всегда совершают санкиртан в своем сердце, да. Практически я видел это в жизни моего гуру Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Он спал, и его... Но мне было дежурство такое, я там был в его комнате. Гурудев делал вид, что он спит, но он повторил харинам, и во время болезни даже он лежал в больнице, он... Медсестры, они были удивлены, что он делает. Он лежал без сознания, но все же его губы двигались, его руки, они двигались, как будто они перебирают четки. Это признак Махапуруша. Это, но не только мужчины, также вот во Вридаване можно видеть матриджи, они тоже многие достигали такого высокого уровня. Да. Они видели Кришна-лилу, они получали этот даршан. Да, это возможно. Это не значит, что кто-то, мужчина или женщина, может достичь. Нигде такого не сказано. Джайдев Госвами, он хотел доказать, что его жена, она более удачлива, а я не настолько удачлив, как моя жена. И вот Кришна пришел к моей жене, чтобы принять служение от нее. Я не настолько удачлив, кто я такой. И Джайдев Госвами говорит, и в итоге Джайдев Госвами молится своей жене: о, Падмавати, дай мне остатки своей пищи, я хочу принять. Но Падмавати спрашивает, что случилось. Да, Кришна принял эту еду, и ты принимаешь прасад от самого Кришны, и я хочу
тоже отведать это. И вот от Падмавати Джайдев он силой взял остатки с ее тарелки. И он начал танцевать от радости. Он взял, и вот он принял этот Махапрасад и начал танцевать от радости. Вы чувствуете, не значит, что вы слушаете Харикатху несколько часов, потом уходите, забываете, нет, это не так. Вы должны помнить всегда, это мои пранами, настоящие пранами. Если вы хотите удовлетворить меня, это мои настоящие пранами. Я не хочу никаких долларов от вас, я не заинтересован ни от каких материальных вещей. Если я вижу, что вы сегодня или завтра вы получили чувство моего Гурудева, чувство Шилы Прабхупады, то тогда я очень доволен вами. Вы должны понять, что я хочу сказать. И вот всегда Кришна, он является сегодня, чтобы осознать явление Кришны. Нандана Шри Кришна, я должен следовать Шри Бхактивинода Тхакура, Шри Прабхупаде. Я видел в жизни Бхакти Прабхупады Госвами Махараджа в пожилом возрасте. Ему было уже 100 лет, и Гурудев уже не мог стоять. Но он кланялся в Виграхе у Гопинатха. Он всегда кланялся ему с очень таким, как сказать, осознанием, вдохновением. Он плакал. Он смотрел на Гопинатха, как так, как будто Гопинат, сам Гопинат находился там. Я был очень удивлен, видя такого настроения Гурудева. Он смотрел на Гопинатха, он не мог даже кланяться. Мы хотели помочь ему, но нет, он смотрел на Гопинатха, плакал и кланялся ему. И тогда я осознал, что значит Кришна Даршан, что гопи... Tasam abir abir chori smayamana mukham vaya pitambara dharasagvi shakshad manmatha manmatha. И в тот день я осознал немного чувства моего Гурудева, а после того, как Гурудев ушел, я сидел в самадхи, никто, у кого не было там, я. Потом я осознал то, что Гурудев хотел сказать мне, когда Гурудев был жив, я не мог осознать это, только после его ухода Гурудев дал мне свое прямое чувство. И те гопи, они плачут. И чувство Шри Чайтаньи Махапрабху, какое чувство? И в Шикшаштике это говорится. Баданам гадагадарудхаягина пулакайр ничитам бапу кадатава намагоне вавишкати. If this kind of feeling coming directly inside your heart, if your life, then you are successful. То тогда вы станете по-настоящему успешными. Я видел это в случае с моим Гурудевом. Он смотрел на Гопинатху, он даже не мог поклониться как следует, но он просто плакал. Тасам авираби чори смаямана мукамбаджаха питамбара дхарасагви шакшат манмата манматара. Манмата манматара is starting on mind and heart. Ум и сердце, он только и только Нанда Шри Кришна. Манмато. Это такое санскритское слово. Это Мадан Махан. Сам Шри Чайтанья Махапрабху, он плачет. Он только видел Мадан Махана.
И сейчас он ушел куда? О, Сарупа, я не могу жить без Мадана Махана. Куда он ушел? Я только что видел его. И сейчас он ушел, я не могу жить без него. Это условие такое. Мы должны чувствовать это в своей жизни, чтобы понять Кришну. Не просто мы можем купить фруктов и цветов на рынке и все это поднести Кришне, то это такое не настоящий Джанмаштами. Now Krishna is so rare. И вот Кришна, он очень, это очень. Кришна это единственное сокровище в этом мире. Мы теряем его. Гоукишода Сбабджи Махарадж говорит, как вы можете есть эти жареные баклажаны и мунгдал, как вы можете это вообще есть, вы теряете Кришну. И вы не плачете о Кришне, как это возможно? То есть что такое праздник, настоящий праздник, пир. Вот Гуркишода Сбабджи Махарадж говорит, что Джанмаштами, мы должны совершать киртан день и ночь, это наш праздник, наш пир. Мы не скинчен, наш пир, это санкиртан весь день. This is your Janmashtami. This is your Janmashtami. You feel tired. То есть иногда мы устали, хотим поспать на Джанмаштами, но мы должны с великим энтузиазмом совершать киртан, готовить для Кришны, предлагать что-то для Него. Мы живем как домохозяева, даже не готовим, это плохо-плохо. Домохозяева должны готовить, предлагать Кришне, а не просто жить как в какой-то гостинице. То есть просто готовить раз в несколько дней, это плохо, если мы живем в Гурадхаме, мы должны каждый день готовить и предлагать это Гурадхаме. Without bhakti, you should not have any activities. Бхакти у нас не должно быть никаких действий. А если что-то есть, то это должно быть связано с Кришной. And put aside. What is that? You have to keep. Go now. You have enough time. You can give. You know, nice prasad. You have to cook bhoga and offer 12 o'clock. Who is going to cook? My fruits is more practical, Maharaj. No cooking, nothing. It's not good. You have to cook. You can offer fruits and take, but today Janmashtami. You have to cook. То есть сегодня Джанмаштами нужно готовить что-то для Кришны, предлагать ему. Но ночью в 12. Сейчас я скажу что-то о немного о явлении Шри Кришны. И мы должны помнить это, когда, что я говорю сейчас, нужно помнить это полностью. Явление Кришны, нужно медитировать об этом. И вот Джанмаштами Титхи. In some Brahmanda, maybe it is 9:00 o'clock. В одной из Брахманд уже может быть полночь. И поэтому, если мы сейчас будем говорить о Джанмаштами сейчас, ничего плохого в этом нет, поскольку Кришна лила она вечна. И вот мы должны слушать с этим чувством. И
я говорил, чтобы дать такое общее представление. Вчера я говорил, что явление Кришны – это не что-то материальное. Это трансцендентно, апракрита. Никакого материальной концепции не должно быть в нашем сердце. Дивья джанма карма. Evam bhakti yutatta to tyaktyadi ham punarjanmo naiti mane swarjane. Javan ham yatha bhavyo drup guno karvaka tathayva vigyana vasute madanangura. First of all, we see same lila. At the time of Gauravirbhav lila, past some power, light power coming, it turning into the heart of Jagannath Mishra, and that light again entering into the как во время явления Махапрабху. Сачима. Same thing happened here. Some light power coming, force. Некий свет он вошел в сердце Джаганатха Миши, и потом он вошел в сердце матери Гуранги. Здесь также это некий свет он вошел в сердце Васудева и потом вошел в сердце Деваки. Так Деваки стал беременна и Бхагаватам описывается, что все полубоги, все риши муни, они все явились, чтобы вознести молитвы Господу, находящемуся в его чреве. И вот Шачима, и также Шача, она говорит своему мужу, что многие, я чувствую, кто-то приходит и возносит молитвы, но я не знаю, кто. Это были все полубоги Гандхарвы, Кинари, Чанара. Они в тонком теле, в тонкой форме пришли. Шачимата смотрит, они поклоняются. Кому? Они поклоняются Верховному Господу, который находился в ее чреве. They are coming, doing stotra. All demigods. И вот все полубоги, они возносят молитвы. О Господь. Сатья пратам, сатья парам, тишотям. Сатья саджоним нитан часате. Сатья сасатьям, ритасатанетьям. Сатьятмакам твам, сарнам праманья. What speaking? Сатта пратам сатта парам тришатьям саттяса джоним нетан ча сатте саттяса саттам брита сатта нетьям саттятма кам твам твам саранам парпанья. Actually, на самом деле, что ты сатья врата, все, что вы принимаете, то, что ты принимаешь, это все совершенно. Что ты воплощение той абсолютной истины. Абсолютная истина, она не отлична от Шри Кришны. Абсолютная истина, она не отлична от Кришны. Сатта братам, сатта парам тишатьям. Тишатьям means? Три сатьям значит. And the background of past, future and present. На основании прошлого, будущего и настоящего. Три сатья значит. Будхи вишат бартаман. In background of these three кала. Три кала means? Три кала значит. Past, present and future. Три времени. Прошлое, настоящее, будущее. И вот Чайтанья Махапрабху, он говорит в Гора-лиле.
Тамева мата чапитам, тамева, тамева бандишча саха, тамева, тамева видьям, давинам, тамева, тамева сарвам мандива дева. Yesterday I was speaking. Вчера я говорил. Брахма. Что Брахма? Is neutral gender. Он. Брахма is not feminine gender, masculine gender. Он не мужчина, не женщина, он что-то среднее. In Sanskrit. В санскрите. In Sanskrit. Брахма, this word is слово Брахма, он не относится ни к мужчине, ни к женщине, то есть ни к какому роду не относится, а Кришна конкретно к мужскому роду. Но Кришна это все. В этой Говардхаме, когда Шри Чайтанья Махапрабху танцевал в доме Нандачарья Бхавани, то Шри Чайтанья Махапрабху там уже доказал, что я, что Кришна это отец и мать, и все для нас. Джагаддатри, Джаганмата took the form of Mahalakshmi, having given breast to all children. That day, Chaitanya Bhagavati can go. И в Чайтанья Бхагавати. Еще случай описывает, что Нимай, он... Что он принял форму как форму Махалакшми, и никто не мог узнать его. So you should go out of karma. И вот мы должны избавиться от вожделения. Если у нас есть какое-то вожделение в нашем сердце, я не хочу говорить ни о каких сокровенных секретах баджана. Я хочу видеть, что вы следуете Шри Кеша Госа Махараджу, Шри Прабхупаде. И тогда я почувствую вдохновение говорить харикатху. Это зависит от вас, что да. I cannot speak. Even if I try, даже если буду пытаться, я не смогу стать успешным. It depends in front of me who's sitting. Зависит от меня, также кто слушает. I can give evidence of Chaitanya. Я могу из Чайтаньи Чаритамриты пример привести. Атма рамасча мунайо нирвантя апи урукхаме курвантя айтукем бхактим иттам бхута гунахаваре. This shloka in front of Sarvam Bhattacharya. Это шлока перед Сарвабхаум Бхаттачарьи Махапрабху, 18 различных раз объяснил в 18 разных раз. 18 вариантов объяснения он объяснил. Но Махапрабху сказал, что я не помню, что я там сказал. Давай я попытаюсь опять объяснить это. От тебя зависит, как я могу их объяснить, эти шлоки. Слушайте внимательно, Махапрабху сам говорит, что это. Там я объяснил, я с Рабоми. Но я забыл, но я посмотрю, как твое общение влияет на мои объяснения. Махапрабху начал объяснять, и он привел 62 варианта объяснения этой шлоки. И Махапрабху сказал, что «О, Санатан, это только по твоей милости я вспомнил так много татвы». So if you can, и вот если вы хотите, если ваше сердце будет чисто, то вот также чистая харикатха придет к вам. Паричит Махарадж был чист, и поэтому Шукадев Госвами смог говорить так много харикатхи. Если я совершаю вандан, я смог читать вандан, я могу осознать, кто сидит передо мной. Я начну соответственно. Шрила Прабхупада даст мне вдохновение начать с того или иного автоматически. С ванданой. Just now I'm coming from Karakoram. Сейчас я приехал к Каракорам. Первый день, когда я начал, я не чувствовал никакого вдохновения.
На третий день ситуация поменялась, уже гораздо проще стало. Четвертый день было вообще великолепно. На Бенгале это можно, если послушать, то как это я говорю. To learn Bengali, not that you can. Eh? Only German you can learn, English you can learn, Bengali not. What's that? То есть Бенгали тоже надо учить, не только английский, но и немецкий, так что Бенгали, если вы хотите получить настоящий вкус к сочетанию читамрити, нужно изучать Бенгали. И вот все полубоги, они пришли, чтобы поклоняться Гарбхе, Деваке Гарбхастуте. Они поклонялись чреву Деваке. And Bhut, Bhavishyat, Vartaman, past, present and future, and the background of past, present and future. Вот относительно прошлого, настоящего, будущего, ты абсолютная истина, неизменная. Past, present and future, time is flowing. Time. Время оно течет. Time was flowing like river, подобно воде в реке. What is concerned about? А что это, как это относится к нам, абсолют это, есть абсолют. И вот. Вы абсолютная истина, вы воплощение этой абсолютной истины. Вы пришли, чтобы поклоняться тебе. Хрито значит. Санскрит рито means сатья. Сатья. Рито сатья. Хрито сатья. Сатто сатто сатто. Сатья сатья сатья. Три раза. You are absolute truth. You are absolute truth. You are absolute truth. Unparalleled, unbeaten tatta. Это не сравнимо. Несравненное и превосходное тата. Брахмети параматмети, Бхагаванити сабдати. Брахма параматма Бхагаван. Брахма, Параматма, Бхагаван, это все воплощение той абсолютной истины. Сат и чит. Follow. Still you can find Prabhu is inactive. But Sat Chit Ananda mean activities. Ананда, то есть, если вот наслаждение, будучи одним, как-то одному невозможно. Так и вот сад-чит ананда, если из этого отсутствует какое-то качество, то это уже Брахма получается, не Бхагаван. То есть, можно... То есть йоги гьяни, они не достигают всего этого во всей полноте, и поэтому они видят Господа как что-то такое бездейственное. Твам бхакти йога парибхавита хит сарожу асасе сутекшита патанунанат пунсам яджат дхияту ургая вибхавайати таттад вапу панаясе садану грахайо. Very nice Bhagavata. Твам бхакти йога парибхавита хит сарожу асасе сутекшита патанунанат пунсам яджат дхияту ургая вибхавайати таттад бапу пранеше садануграхай. This sloka, someday again I can explain. You can understand scientific explanation. Сутакшита патананунат пунсам. Нону, нону ме нисчитамева. Нану, значит, наверняка. Because you can see поскольку вы можно видеть Бхагавана через уши. Через слушание Шрила Прабхупады сотни раз объяснял это, но далеко не все могут это осознать. Я тоже говорю об этом, будьте внимательны. Шрила Прабхупада говорит то же самое, но не все могут это понять. Шрила Прабхупада говорит вот эти слова, что если вы хотите видеть, встретиться с Верховным Господом, вы должны зависеть от Шабда Брахмы.
который сможет зайти с лотосных стоп, с лотосных уст чистого вайшнава. Чисто тот вайшнав, который говорит харикатху не для того, чтобы получить какие-то материальные вещи, а для удовлетворения Верховного Господа. Шутекшита, что значит? Если вы понимаете санскритскую грамматику, шрута значит слушание. Потом икшан значит видеть. Шутекшита значит вы должны слушать, и тогда вы можете видеть с помощью этого слушания. Внутри вашего сердца. Тогда вы можете видеть внутри вашего сердца. Но Шрила Прабхупада сто раз говорит об этом и говорит, но никто далеко, не каждый может это понять. И вот наш путь – это Шрута Панта. Это Шрута Панта, она исходит из Шрилы Бхактивинода Такура, Шрилы Прабхупады, Шрилы Кешава Госвами Махараджа, Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. Несомненно, вы можете видеть, если вы будете зависеть от этой процедуры. А если вы будете пытаться перепрыгнуть, то это будет подобное прыгание с раскаленной сковороды в огонь. Double pain. То есть вы только двойную боль получите. What to speak? So sutekshita patanunata pungsam. First you will have to depend upon И вот мы должны зависеть от харикатхи из чистого источника. То тогда, когда мы совершаем харинам без оскорблений, мы будем чувствовать, что Кришна находится с нами. Будете чувствовать явление Кришны, все. Это автоматически произойдет. Это автоматически произойдет. Не пытайтесь забыть этого. Что Кришна – это Адхакша Дживасту. Прабхупада used to speak repeatedly this point. Шрила говорил снова и снова насчет этого. Адхакша и Акхаджа. Мы настолько слепы, что мы не можем понять этого. Вот это трансцендентное и материальное. Если вы не можете понять разницу между трансцендентным и материальным, то это вообще плохо для вас. Сегодня день явления того Адхакша Дживасту. Есть вот два термина Акхаджа и Адхакша. Джива Госвами Пад объясняет Сандарбху, что значит Адхакша. Джива Госвами Пад говорит, вы должны помнить. Адхакрита Акхаджа Гьянам Татха Индиоджа Гьянам Адхакрита Акхаджа Гьянам Татха Индиоджа Гьянам. Адхакша Джавасту настолько великолепна, настолько уникальна, что ваши материальные усилия, они не могут достичь этого. И в Упанишадах говорится также, что ваш материальный ум, речь, ум, тело. Но это все не может достичь трансцендентного. И это Адхакша Дживасту, оно всегда пребывает в этой трансцендентной реальности. И одно из его имен это Ачюта. Это тут никогда нельзя сместить с его положение. Акхаджа Гьянам, значит, во всем ваше материальное, материальный ум, тело, образование, все бесполезно. И также Джива Госвами Пад говорит, все ваши усилия, они обречены на провал. И что же он говорит? Адхакрита Акхаджа Гьянам Татха Индриоджа Гьянам Джено. By whom? Кем? Your material knowledge and ваше материальное знание, концепция, оно
It's called Adakkhaja Vastu. He is Sarat. Yanmadasu Yatuvanme достичь трансцендентного сарат, значит, уникальная Кришна Таттва, она великолепна, превосходна. Она прекрасна. И здесь сегодня день явления того Кришны, если у нас нет чувства, как это все отметить. То есть материалисты просто поют песню с днем рождения, торт режут иногда, и на этом все кончается. Anyway, yes. Ну, так или иначе. Now demigods they are speaking. We are actually taking shelter onto your lotus feet. Мы. Сатьятмакам твам саранам прапанья твам. Твам. Onto your lotus feet, we are all surrendered. Полубоги не возносят молитвы и предаются стопам Шри Кришны. Это долгая тема. Я просто произнесу несколько шлок. Тайосто бхават абишуддо виддайо аруджа кричена парам падам татаха патанти адхо анадрута юсмат ангайо. Very vital point. That's why I repeated it. Don't try to jump, don't try to jump, don't try to jump. Said, yes, Sati. Аруджа кричена парам падам татаха патанти адхо анадрута юсмат ангайо. They never confess the eternal seva of Krishna. Они никогда не признают вечное служение, вечное существование Кришны. Вот это мантра из Ригведы. Очень важно. Те чистые гуру и вайшнавы, они they are going to remember Krishna Lila now. Not that. All the time they can recollect. Все время они помнят лотосные стопы Кришны всегда, все время, непрерывно. Тадвишам парамам падам сада пасва. Сада, садамин. Сада значит непрерывно всегда. Сада пасанти. Сурайо. Сурайо значит. Сура doesn't mean only demigods. Не только полубоги. Сурайо значит девесуи. То есть те возвышенные души, великие махаджаны. Тадвишум парамадам сада пасанти сурайо. На самом деле обычное значение сурайо это полубоги, но здесь более глубокое значение. Сурайо значит не только полубоги. Те возвышенные души, те парамахамса. Дивьясури. На санскрите я хочу сказать дивьясури. Дивьясури янаха те пасанти диппо пракасам сататам. Continuously. Непрерывно они видят. Anything they are doing, anywhere they are doing, все, что они думают, все, что они смотрят, они смотрят на лотосные стопы читания Чандры. Непрерывно. Шрила Прабхупад, мы настолько удачливы, и в то же самое время неудачливы, что мы обрели Шрила Прабхупаду, но не смогли получить благо от него. Шрила Прабхупад повторил вот эту шлоку Джанмадасю и повторил Харинам, и в то же самое время он диктовал 4 статьи разным преданным, они записывали за ним. И повторил Харинам и спрашивал, как бы там, докуда записали, и дальше говорил. И Шрила Гуру Махарадж говорил, это было возможно только для Шрилы Прабхупады. Во всей вселенной мы не можем найти такой великой личности, как Шрила Прабхупада. Мы настолько неудачливы.
что потеряли все. И мы очень удачливы, что мы обрели его, но не смогли принять все, что он хотел нам дать. И я очень опечален, говоря это. So arujya krichena parampadam tataha patanti adho anadra jusma angra. They never confess. Они никогда не признают вечное существование Господа, вечного служения, и поэтому они майявади. That's why they are майявади. Slight 5% майявади, if they are inside your heart. Если 5% майявади в вашем сердце, вы не сможете стать успешным, будьте уверены. Если 5% майявади сиданты в вашем сердце, то это вы не сможете стать успешными. Если вы сможете исправить это, то какие-то ошибки у вас, вы можете их исправить, это хорошо. И как же исправить? Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в своем киртане вот эти строки. Если мы полностью предадимся и... How? Atmanivedan by self-submission and humbleness. Bhaktivinoda writing. Atmanivedan doine guchao janjal or dirty name or dirty thing there you sweep and throw out. Make it clean so that Krishna can take abhibhav inside my heart today. То есть нужно очистить свое сердце, чтобы Кришна смог явиться в нашем сердце. Все гаудии, настоящие гаудии, они чувствуют, что явление Кришны и Гурдева, оно всегда происходит не только раз в год в полночь. Нет, Кришна, он всегда является в их сердце. И... Что я? Майявади заявляют, что они освободились, они стали муктами. Они повторяют какие-то шлоки из Гиты, вот это, например. Но так как они объясняют эту штуку, это неправильно. Майявади говорят, что они гьяни, что мы чувствуем Брахма. Но здесь эти полубоги говорят, и что те люди, те, кто... То есть те, кто говорят о себе как о муктах, они обусловлены на самом деле, но даже те мукты. Mukta opi Krishnam bhajanti. They also bring Krishna bhajan. Они тоже совершают Кришна бхаджан. Acha Narada. И Narada. All Mayavadi, any Sampradaya, другие Sampradaya, они все. Everybody confess, everybody honored. Narada, Shankar, Ramanuja, any Sampradaya. Who going to ignore? Narada. Принимают Нараду, любая сампрадая. Наради? Нарада. Махариши. Он Махариши. Вот и вопрос к вам. Нарада, он обусловлен душа или мукта? Он нет. Он мукта пуруш, что... Почему тогда Нарада в Бхагаватам в 11 части мы находим, что Нарада отправился в Двараку и находится там долгое время наблюдать за Лилы Кришны. Почему? Авадсит, значит, он находился там в Двараке. Почему? Он хотел совершать Кришна Бхаджан. Разве он не совершает Кришна Бхаджан? Он такой особый бхаджан. Хотел совершать Лилы Кришны.
И вот Нарада, Муктапуруш, все же он хотел находиться в Двараке, чтобы совершать Кришна-бхаджан. Почему? Если он уже Мукта, почему? И Харидас Такуру Махапрабху говорит, что ты Мукта, ты возвышенная душа, освобожденная душа. Почему ты хочешь повторять все больше и больше Харинама? И тогда Сочетание Махапрабху говорит, в чем проблема, о Харидас, что я не могу. Закончить обетованное число Харинама. А ты повторил достаточно, ты отдохни, прими прасад, но Харидас Такур говорит, нет, Харидас Такур, лучше из Парамахамса, все же он не мог оставить Кришна Бхаджан Харинам. Он говорит, Махапрабху, я не могу оставить Харинам. Я должен закончить до тех пор, пока я не закончу воспевание Харинама и не могу принять прасад. So many arguments I can give, so many from different authentic scripture. So je anne arvindaksha, hey arvindaksha, je anne arvindaksha vimukta manna, we are free, we are mukta, мы мукты, мы освобождены, но нет. То и осту бхава. They ignore. They cannot. И те, кто заявляют о себе, как это, как об освобожденных душах, но не принимают твои вечные лилы, вечную форму. Это наказание они получают, они падают с уровня Брахмы. Рупа Госвами Пад говорит то же самое. Рупа Госвами Пад говорит. Бина самаяти бина набхогой, апайти намас пурани на татте, парабда кармети бируути беда. Рупа Госвами Пад. Рупа Госвами Пад говорит. Яд брахма сакшат китриштхаяпи. They are already having feeling of Brahma, already. Still they are going. Яд брахма сакшат китриштхаяпи. Винасамаяти винанабхори, апайдинамаскурани натарте, парабдакармети вироти веда. О, дживатма! Все дживатмы, they are bound to они вынуждены obey rules and следовать правилам и предписаниям, которые предписаны Кришной Майдеве. They are going to suffer. Они будут страдать. Абхасвамево бхактабьо критокармам субхасвам. What good and bad activities you are doing? You are not doing bhakti only. You are also doing bhakti. Also doing some good and bad activities. When become pure, all you can leave. All bad activities, good activities, all you can throw. Only you know devotion. That is called pure devotion. То есть, то есть сейчас мы находимся на каком-то материальном уровне, совершаем что-то плохое или хорошее, иногда бхакти, иногда еще что-то. Все это смешано, но Рупа Госвами Пад говорит, даже если у вас есть осознание Брахмы, without suffering, you have to good or bad activities, you can get in good form or bad form, you have to suffer that. Good form or bad form? Suppose you are doing some punna. Что мы совершаем? Good form. Что мы совершаем какие-то действия и иногда мы наслаждаемся, иногда страдаем от этих действий. Но когда у нас будет возможность повторить чистое имя Шри Кришны, Кришна. Когда вы повторите только одно имя Кришны, то все, даже если вы просто намавас повторите, то все ваши материальные оковы, они спадут,
они уйдут. Просто только намабас, если вы повторите только намабас, вы избавитесь от материальных оков, но если вы станете свободными, то что делать дальше? То есть майвади, они подобные самоубийцам, они просто сливаются с таким безличным браманом. Сиддханта майвади, она подобна осуждениям самоубийц. I can give you hundreds of examples. And not possible. How possible you submerge with Brahma? Как это возможно объединиться, слиться с безличным Брахмой? How possible? Not possible. Whereas in all sastras, хотя во всех шастрах, в Упанишадах говорится, что вечное существование дживатма параматма, верховного Господа, но всегда есть. Если можно сказать, что Шишупал, он тоже получил такую мукти, но он получил там от лотосных стоп Шри Кришны, это, как сказать, более достойная участь, гораздо более достойная. И вот часто случается, что когда вы те, кто не придают значения служению твоим лотосным стопам, они опять падают, могут, может быть, даже эти майвади, они достигли уровня Брахмы, но оттуда они все равно вынуждены пасть. А если вы, если вы слились с безличным Брахмой, то как тогда вы смогли пасть с того состояния? Это невозможно. Also, you can establish Siddhanta in front of Mayavad. You are speaking wrong. So, Arujya Krishna Parampadam, they fall down. It is written in Bhagavatam. И вот в Бхагаватам говорится, что такие Майавади, они в итоге падают. Даже достигнув какого-то высокого уровня из-за того, что они игнорируют вечные качества Кришны, вечное служение Кришне, и они падают. И вот так все полубоги возносят молитвы Верховному Господу. Вчера я говорил о Рахини Накшатре, о Аштаме и Титхе, что это эти аштами титхи должны касаться навами. И сегодня как раз это все, что как раз такой день, где все совпадает. Сначала здесь рассказывается о Деваки Нандане, Бхагаватам. Но секрет описанный Дживе Госвами. Nandanandan Krishna and Vasudev Krishna taking by. И хотя Нанданандан Кришна и Васудев Кришна, они родились одновременно, иначе Кришна Джанмаштами было два раза было бы. Нет, они родились одновременно. И вот Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он приводит свидетельство из Писаний, как у нас
как у нас появилась возможность отмечать Джанмаштами. И когда Камса был убит Кришной, и после этого Васудев Деваки были освобождены от из тюрьбы. И вот Васудев и Деваки, они плакали очень сильно. Кришна Баларам явились к ним, обняли их. И мать, и вот они обнялись, Кришна Баларам сказал, что это наша ошибка, что мы не смогли позаботиться о вас. И сейчас Камса ушел, а вы освобождены. И Васудев говорит: «О мой сын, во время твоего рождения в тюрьме я был, я был в оковах, я не мог раздать пожертвования Браманам, Вайшнавам, отметить как следует Джанмаштами, но в уме я это сделал, я сделал это в уме, поскольку физически, но сейчас у меня есть возможность, что и все преданные там. So that we can celebrate Krishna Janmashtami. И преданные также начали говорить, что Кришна, ты должен также дать нам возможность отметить Джанмаштами еще раз. И Кришна посмотрел, улыбнулся, одобрил. И тогда с тех пор мы начали отмечать это Джанмаштами. Раньше это было сокровенно, никто не знал. Васудев Деваки, они были в тюрьме, может, в уме они отмечали, но не физически. И вот чтобы избавиться от невежества, обрести высшее благо, все должны следовать и отмечать это Джанмаштами. Nice way. From then onward, we are going to get this Janmashtami. See, I am not going to discuss all in details. Отмечаем это Джанмаштами. Surrounding situation is very good, as if the whole situation and circumstances changes. Here it is in third chapter. И вот Шукадев Госвами говорит: When all star positions become very low, as if they are going to give salute to Krishna, стали в совершенное положение, подобно тому, как они хотели, как будто они хотели выразить свое почтение Кришне. И в то время во всех десяти направлениях. Expressing very nice mood. Dasah prasedur nirmalo udu ganudayam. All moon, night 12 o'clock moon. И в полночь луна, все солнце, луна, все звезды, они сияли на небесах. Dasah prasedur gaganam. Gaganam in the sky is very nice looking now. Nirmalo, very very nice blue sky. Nirmalo, Udu Ganudayam. Udu means Chandra sky. All stars are visible very nicely. Луна и and Mahi, на небе она сияла. Grama bajar kasa bajar maje bajar karaha. All village place, all garden and you know field, paddy field, wheat field, all taking a news, you know. Beauty. Wind blowing very gently. With that, you know, trees, paddy trees dancing. You see, paddy trees when wind going,
If you look at them as if they are dancing. Mahi mangala vishto puro gramavaja kara nadyaha or rivers nadyaha prasidur gaganam ninamaloru nadyaha prasanya salila nadyaha. I just again speak the second stroke. Disaha prasidur gaganam nirmalo guru nirmalo uru ganodrayam mahi mangala vishto puro gramavaja kara. After that, next slogan is Nadyaha prasanno salila rada jalo ruho sriyaha dijal kula sanya sanyada stavaka banaraja yoho. All, you know, butterflies, they are being different kind of sound all about the flowers and full-fledged from those flowers and garden and forest. Dijal kula Sanya, they are making sound, boom, those honeybees. This forest and gardens are looking very charming, very nice. Арбабу баю сухаспарсо пунно кандо. Здесь описывается, что природа, она стала очень прекрасна. Ветер, он дул очень так нежно, очень прекрасно, и прекрасный аромат цветов чандана, он, откуда он появился, неизвестно, просто ветер принес. И все стало очень чисто, прекрасный запах. Как бы запах прекрасный был, как будто кто-то совершает пуджу. And Bhajan, all Gandharva Kinnar, they are dancing in the sky. Yagyo Kinnar Gandharva Gandharva Tushtubu Siddha Charanaha. All Siddha Charan Gandharva, they are dancing in the sky. Vidya Dharyascha Nanritur Apsaro Vi Samam Tada. They are also dancing with Apsara. Vidya Dharyascha. The Vidyadhar, they are also dancing with Apsara. Различные небожители, они танцевали. И в то время... Мамучур манайо деваха су манаси муданита манда мандам жалодхара жагарджу жагарджу ранусагар. Then small piece of cloud also making sound gum 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 gum. Ванда ванда ялодхара джагарджа манусагарам. Small pieces of cloud, they're coming with each other, collide and making sound gum gum gum, as if somebody blowing on corn. И облака, они начали двигаться на небе, соприкасаться друг с другом и издавать какие-то красивые звуки. Риши Муни, они начали кидать цветы с Нанданканана, кидать их с небес. Нишите тамад бхуте жаю мане джанардане девакьям деварупиньям вишну сарвагвасайо. Вишну is all providing тата, Вишну все taking bird. Нишите тамад бхуте Вишну, все вездесущие Вишну, в форме Кришны, он явился ночью в полночь. Тамат бутам баракам амбиякшанам нишите там удбуте жаю майе джанардане вей джанардан тукбар девакьям девакьям явился. Вишну сарвагвасайо, who is sitting inside everybody's heart. Тот, кто находился в сердце каждого, он явился. Аджа, аджа значит вечное. Нет никакого вопроса рождения, это просто, как сказать, Кришна, он вечен, но для него тоже возможно родиться. Хоть если он родился, то вечность, она никак не... Не уменьшается, как нечто вечное может родиться.
Если Кришна рождается, то его вечность, она не уменьшается от этого. Devakyam Devarupinyam Vishnu Sarva Guhasayo, who is sitting in everybody's heart, now he is taking birth as small boy, Mr. Krishna. There is written, Abir Asit Jatha Pracham Indu, it is written, Abir Asit Yatha Pracham Dishindu Ivo Puskara. When Chandrama, и вот когда Чандра, you can see in sky, Чандра, луна, которую мы можем видеть, you know, в небесах. Абия прачам дису, прачам диси инду Чандрама, when rises, you know, и когда она взошла в небеса, это выглядело как that creation giving birth, when sun rises in the in east, когда солнце восходит на востоке, that time, но в то время глупые люди видят, что direction giving birth, восток он ради, как бы дает рождение этому солнцу. East direction is the mother of sun. You're not there. Но нет, это не так. East direction is the not the восток, you know, не, mother of sun. Не как бы не родитель солнца, а просто солнце он дает, как сказать, само восходит с востока. Now, like, таким образом, выражая почтение этой восточной стороне. И также Gada Yuda Yudham. Directly it is written. Shankha Chakra Gada Padma, all with weapons. Shankha Chakra Gada Padma. Все эти знаки, они были на Кришне, когда он родился. То есть по лице раковина. Чакра и лотос. Кришна явился с этими знаками. И Шукадев Госвами объясняет здесь. Маро байдурджо кирита кундалаттиша паришвакта сахасса кунталам сахасса кунталам уддамо канчи анго дукканкана дивир биро чоманам Васудева вайчата. Then Васуда looking. И вот Васудев смотрит на Кришну. Он очень прекрасен, с четырех руки, и Шиваста, на его груди прекрасные гирлянды. Он настолько прекрасен, все, да, и вот Кришна в четырех руках форме стоит, и Деваки Васудев, когда они начали молиться ему, что ты наш сын, как это возможно? Четырехрукой форме ты, мы не слышали никогда, что кто-то рождается в таком виде. Никто не поверит, что ты наш сын. И Кришна согласился с этим и принял форму маленького мальчика, младенца. И Кришна, он сразу принял форму маленького мальчика. И вот здесь во всех сампрадаях никто не может принять, что Кришна здесь он аватари. Рамануджачарья, они просто могут признать его как аватара, но не как аватари, не как источник всех аватаров. И вот сегодня день явления Шри Кришны. Джай.
Сегодня день явления Нанданандана Шри Кришна. Мы будем отмечать его явление. By the instruction of Krishna, the small boy was taken up to Gokul. There is exchange. Then some. Вчера я рассказывал, как. То есть вчера был день явления Васудева Кришна, а сегодня Нанданандана Шри Кришны. И весь, а весь мир сегодня отмечает, точнее, вчера отмечал день явления Васудева Кришны. И вот, чтобы понять все величие Кришны, его явление Кришна-татву, Раса-татву, всю эту сокровенную татву, если вы это все осознаете, то тогда сегодня ваше отмечание явления Шри Кришны, оно будет успешным, иначе нет. Bhangshi vibhushita karad navani radavat pitambaradharna bimba phala dharoshtha purnendu sundara mukhadara bindanavad krishnad param kimipitattam aham na jane krishnad param kimipitattam aham na jane hare krishna 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 ram